Архитектура, природа, книги. Вдохновение молодая художница Дарима Кантакова находит во всем, что ее окружает. Только за год она создала больше 100 работ. Но количество не идет в ущерб качеству, говорят искусствоведы. У того, кто смотрит на эти картины, всегда остается возможность домыслить образы и сюжеты. Графика лаконична. Художники могут не использовать кисть. Когда они работают в такой технике, в ход идут неожиданные инструменты. Такой инструмент с шипами, и он протыкивает, делает точки в медной доске. То есть надо работать с усилием, с давлением хорошим, чтобы получить хороший такой черный бархатный тон. И потом после этого уже, после такой подготовки, изображение рисуется выглаживанием. Дарима уже представляла свои работы в Музее истории города. Там прошла ее первая персональная выставка. В экспозиции были иллюстрации к эпосу ГСР. Их можно увидеть и здесь. Если говорить о графике, то она может быть уникальной и печатной. Это все печатные тиражные техники. То есть они напечатаны с каких-то матриц. Это металл, медь, латунь и что-то, цинк, допустим. И можно получить с одной доски около сотни изображений. А это коллаж. Его Дарима создала из своих работ студенческого периода. Он светлый и теплый. Напротив, противоположность – темный и тяжелый. Еще художница любит иллюстрировать книги. Это зарисовка по произведению Бунина «Антоновские яблоки». Возможно, в будущем Национальный музей приобретет часть экспозиции для своих фондов. Продлится выставка до 20 февраля. Ася Касьянова, Жаргал Цариндашиев, Новости дня.